Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 14 января 2022 года. Я на Анапке наблюдаю двух лебедей и в окружении чаек. Сюда приходят люди, подкармливают птиц. Ну, я пришел только с добрым словом. Зато можно рассмотреть этих гордых птиц, например, их лапы. Место это называется бывшая лодочная станция. В один из годов здесь было все красиво, очень оборудовано, и работали катамараны, и я все это застал и снимал. Но это был только один сезон, видимо, дело не пошло у предпринимателей, и все это было потом брошено, какое-то время сохранялось, ну а сейчас уже стало разрушаться, помост проваливается. И это, друзья мои, были шорты Альбатроса, мои короткие видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.